А собака все равно пизже выглядит. О. А я чисто просто сзади сижу, что ли? Ну, это четырехместная машина. А, я понял. Я пока тогда это таланты сделаю. Прокачаю. Пока едешь. Ты что? Бывает врага, потом становится к себе творческое спремещение. А, вот здесь еще секрет, по-моему. Судя по всему, ты его открыл уже, да? Наверное, не знаю. Какой? Раз... Где? Вот здесь, короче, кажется, мне тут кабель лежит. Сейчас. Вот там, где тачку надо угнать, вот эту. Или не угнал я? Не, смотрю. Не угнал, ничего не делал. Блядь, я застрял. Вот это не угнал? Нет. Что тут делать? Короче. Поссать надо опять. Там где-то уже налито. А, вон. Так, а теперь надо вот здесь, короче, что-то сделать. Надо включить там, походу, где-то этот рубильник. Вот здесь надо что-то сделать. Так, а тут помню. Свет не включен, же еще свет или электричество. Вот тут еще вот есть. А вот тут вот надо. Вот, все, теперь все. Теперь все запиталось. Запитано теперь. Все, иди забирай. Тут эту фигню, да? А че она умеет? Типа расцветка только что ли? Ну ты все открываешь, расцвет и это. Ты сюда и опыт получишь. А куда сдать? Ну куда-нибудь. Вон направо ближе всего. Поехали. А, сзади. Вижу. О, тут, кстати, задания какие-то. Можно взять. Да. Причем ты, похоже, вот это задание с бойникой не делал. Ну я только вот, которое висело, то сделал и все. А вот это задание с бойни, по-моему, ну, да. Забрал, да? Не, это не то задание, но я его все равно взял. Но это не бойня. Тут где-то в бойне надо войти. Еще какая-то хрень. А, вот она, Мокси хочет убить. If you didn't know, I host an interplanetary battle royale called the Underdome. But I'm not the only one. There's a celebrity bandit named Killavolt who's hosting a live stream to fight to the death in Prometheus Seaport District. Killavolt's a total skeezball and he's giving battle royale a bad name. So we're gonna pull the plug on his show. I'll meet you down on the planet. Full disclosure, we used to date. Такой себе пулемет, кстати. А пулеметы в этой игре, в принципе, не так. Не пулемет, а автомат тут. Они не важно. Чуваков вызвал. Я использую пулеметы только те, которые пробегают, как правило, тот всех и... Или когда этот карабин, чтобы броню прохватить. Пулеметы не против того, броню прохватить. Вроде все. А тут что-то есть? Не, нам надо внутрь вон туда войти. Тут, по-моему, ни хера. Сейчас я говно пособираюсь. Нахуй нахуй надо? Не знаю. Валяется, начинается. Все деньги не тут. Все деньги, они, короче, дальше появляются. Во-первых, мы с тобой сейчас закончим эту локацию, потом пойдем перки тебе откроем, а потом пойдем Джека проходить. Как его? Казино Джека. Я, по крайней мере, играл в таком порядке, и как бы там казино Джека, там тебе денег в конце насыпят, и там клевый такой сюжет интересный. Там будет клон Джека. Я не знаю, кто это. Ну, главный босс второй части. И в принципе, про него рассказывают, его становление. Как он стал вот тем, A gun that can melt a man's face off. But betting Killavolt? That's no prize. Trust me. Надо было, блядь, через корабль. Давай через корабль. Just a warning about Killavolt. Every word that man says makes me want to pull the trigger, if you catch my drift. And we will. Soon enough. Yeah!
Слушай, а я через торговлю. Как работает торговля? Ну, давай торгуем. Зажми на меня, Е. Заключить сделку. А, надо таб держать. О. О, вот как можно деньги дать. Дай мне какую-нибудь хуйню белую, не знаю. Ну да, что-нибудь типа того. А, все, оно сработало, нет? Нет, не сработало. Надо нажать торговля. Во. Во. Гранату за сотку продал. Ну, ну у меня 200 тысяч сейчас было, просто я 500 продал. Ну, а просто я не знал, этот... по-братски так. Здесь гильдии, прикольный сюжет, короче, это типа арена. You know it. I've brought a champion to fight in my name. Besides, I want to draw out. Let my circuits charge a little bit before we connect. Whoa, my wires are tingling. I'm not supposed to play favorites, but I feel electricity in the air. We love you, Kellogg. Pick me now. Welcome to Who Wants to Bang a Bazillionaire? The rules are simple. Each contestant has a token. Whoever gets four tokens first wins a single serving of yours truly. I'm talking sex stuff! Two rounds if I've got the juice. All right, Vault Heads, let the games begin! You'll never make it out of this alive, Vault Thief! Well, you do what you do best. I'll figure out a way to cut Kilovolt's cord for good. See you at the bar later. Kilovolt! Kilovolt! Наверное, надо искать этих пиздюков, типа других чемпионов, их убивать, и тут параллельно тоже квест еще есть. Здесь квест сортира меня угорнул где-то есть. Не помню, где он, сейчас гляну. Там, справа. Они тут посильнее для тебя должны быть. Кира. Ну, говорю, они должны быть посильнее, мне одному было тут трудно. Бля, взорвался. Кейс коктейлем. Пойдем к квесту. Здесь, по-моему, квест с туалетом. Угарная хрень там, пиздец. Вон он. Чувак заперся в квартире и выйти не может. Чё? Я говорю, квест с туалетом. Чувак заперся в квартире и не может выйти. Open the door! Citizen, I cannot release you unless you're fine. When I get out of here, I'm gonna take a deuce on your processor! Hey, someone out there? Get me out! The shitter's holding me hostage! It's trash mouth! All you have to do is swap this shit-sipping AI chip for one with a looser interpretation of the law. Like a dirty cop box. They're always harassing my crew for bribes. My crew will help you get me out of here. Go find them. Citizen, thank you for choosing the Pika Pod. You're a lifeboat plugged into a shitbox. I ain't paying. Cursing is a class one offense. You have been fined an additional $5,000. When I get out of here, I'm gonna crap all over your AI chip. Threatening Pika Pod is a class seven offense. Thank you.
Так, а ты этот квест взял, да? Угу. Что он там просит сделать? Взять же... Не знаю, ты листаешь, что ли? Ну я сейчас в этом квесте смотрю. Я смотрю, мне меняется. Узник клозета, да? Наверное. Да, поговорить с бандой Рта Помоева. Рот Помоев. Банда Помоев? Банда Рта Помоева. Чё? If you can hear this, I need your help. I've been taken prisoner by this COV lunatic named Tumorhead. She wants to set up a prisoner exchange for her girlfriend, Bloodshine. She thinks I'm an Atlas soldier, but I'm not. If you help me, I'll make it worth your while. Seriously. Head down to her hideout. It's down in the subway tunnels. Kill this scrub! Traitors! Wipe them! Some days you hunt, some days you are hunting. Ну что даже мне тут ковыряют? Dead? Grab a can and come back here. Чё такое? Спротипный АХС какой-то. Gotta vandalize that building. Hurry up! I'm looking for all the methane. Тут ничего нету? Типа записи какой-то. Мы ещё туда пойдём. А, ну вот. Нам здесь до тебя лазить. Что говоришь, запись? Ну, может, записи какие-то, он типа какие-то кассеты вставляет постоянно в этот. А, да мы тут еще пройдемся. Нам сейчас, по-моему, надо раздражать полицейский участок, графики обрисовать. Mm-hmm. Того. Вот он, типа полицейский участок. Не его. А, ну вон тут, типа, лазит. You don't let me out, I'm gonna die in here! А чё за точки? Типа наверх нужно залезть? Граффити рисовать? Да я нарисую. Где тут? Они подсвечены. А чё я бабу нарисовал? Они рандомные, я так понимаю. Ой, я упал. А, это типа наша команда, господи. Там ещё одну надо нарисовать и спрыгнуть. Mm-hmm. Какашку? Робот равно какашка? Да, робот равно какашка. Тут роботы полицейские. Робот равно какашка. Робот шериф. Забрать чип и А их типа роботы его туда запили, что ли? Он сам, по-моему, от них спрятался, а выйти не может. That's right! Let me out of here! We're in this together now! What have we here? The illegal firearm! You want out, citizen? It's gonna cost you! I ain't paying you crap! Actually, that's all I can pay you right now. Coleman and backup! Code 2589, man on the crapper! We got some primo explosion targets here! Роскошный материал для вымогательства? Ну, они сейчас это, поддержку что ли, везут сюда? Ну, он вызвал, мы вот шлифом, этот чип шлифа запитали в сортир, так сортир этот шлиф. А, то есть, вот почему пиздит.
Да. Че, все что ли? Иммунитет. Не надо. А. О, господи. Дерьмо вылезло. Это кто? Ну это уборщик. Ты его убил что ли? Написано было убей его. Бля, ты убил уборщик. Кто теперь говно убирать будет? Бля, жук в говно залез. Фу. I appreciate your confidence, citizen, but this is beyond my abilities. Your feces is a level 27 biohazard. I can't risk contamination. Let me out! All Beacon Pods are equipped with self-guidance sequences. I hope I have enough methane to get to mainline waste processing. What's going on? Blast off in 3, 2, 1! No! Его на перерабатывающий завод, что ли, отправили? Бля, чувак. Хуя себе. Летает. Летающий туалет. Неплохо. Ну искать его в другой локации, мы его искать не пойдем. Пока. У тебя бабки на телевизоре. Пока смерть не разлучит нас. Ну, пока я тебя тут догоню. Куда идти? На смерть? А я пометил, да. Ага. Что хотел сказать? When I dated Killavolt, he was just Kenneth. The breakup hit him hard. He started chugging battery acid to bulk up. I've got to find a way to dampen his charge, which gives me an idea. Bring Moxie a few batteries, would you? Бля, кто тут? А, мне типа на мост надо, что ли? Или вниз? А, вообще вниз. Got it.
Хера ты здоровый. I know he's gross, but pay it no mind. Дурак, что ли? Eyes on the prize. Let him run his mouth now before we stick some soap in it. If you're just tuning in, this is Who Wants to Bang a Bazillionaire, where four contestants fight to the death to win one night with me, Kilovolt. We've got a great lineup of contestants today, including a vault thief fighting for the sexalicious Miss Moxie. Там в подвал, по-моему, надо. Я вижу куда-то вниз. Где чуваки на меня напали? Такое. Что такое? Зомби зовут. Ну я не понял, но я тут каких-то чуваков нарвался. О, господи. Вот эта хрень, которую они кидают, типа нельзя никак взорвать. Типа вызывают своих. А, это временный ивент, короче, в отеле. Они сейчас везде на всех планетах. Помрешь уже? Ты запчасти железяки подобрал? Нет. А, ну они тоже. А? А где они? Они внизу. О, они на карте отмечены. Здесь надо спрыгнуть, да? А вот. У меня не подобрано, поэтому вижу. Вот он, да. Ты зажег. Ты куда меня закинул? Чем я сюда спрыгнул? Все нормально, там отходим. Взял? Че, не понял, короче. Бля, меня сейчас. Ебнул хуй. А, это была одна из этих. Все равно медальон нужно было взять. Вон железяки на это поле, да. Где? Повозка. Блять, опять кто-то появился. Я тебя не вижу. Ты слепой. А, вот ты. Вон туда. Я здесь брал, что ли? А что-то у меня висит такая, слышь, тут фигня. Можно взять. Походу. Ну, и в коробке что-то добыть. Детали. А, детали. О, да, все. Не брал я тут. Будка с сердечком. Иди поцелуемся. Че, куда бежать? Ну, я так понял, что туда. А тут автомат какой-то есть, подожди, да я говно продаю всяко. Сразу. Где ты здесь? Или нет? Да вот он, вот. Патронник. Блять.
Слепой. Ну как так? Говна накидал. Ладно, пошли. Ты заложник, ёбу. Блять, кровь течет еще. Еще свежая. Поехал из любви. But I'm not an Atlas soldier like she thinks. If she finds out who I really am, I'm a goner. Thanks for trying to rescue me, but it looks like we'll have to do what she says and play along for now. Help me get out of here and I'll tell you everything. Eyes on the boss! Что это за говно он кидает? Типа припасы? Ну я стреляю из автомата, он какие-то синие херовины выкидывает. Не знаю, подстрелять. This is my purpose. Наверное, когда попадаю в кого-то, да. А, не, у тебя щит, наверное, который это, когда тебя бьют, из тебя может щит выпасть, ты подберешь, типа восстановишь часть. А, щит восстанавливает. Понял. There are many crimes about to be committed. Мне вообще вот такой вот щит. Ну у меня тоже такой был. Я это убрал. Ну он то же самое, щит просто это больше становится, меньше. Не нравится мне эта винтовка. Что за помехи? Мне нравится, что не было. Какие-то пулеметы. Что за ракетница такая? Странная. Где ты вообще? Куда? Побежать? А, вон, показывает карту. Чё, блядь? Спасибо. Ух ты, выпустил, пусть бы сидел там. И нам её нужно было выпустить, это увезли, а она ну, убила, вот, сама себя взорвалась. Out you killed Bloodshine, I'm a goner. But I've got an idea. Grab her mask. Mask убьете? See, Tumorhead's eyesight is crap. On account of the tumor, I'm guessing. Maybe we can fool her. See you back at the hideout. Опухоль, у которой реально есть опухоль. Don't feel bad for Bloodshine. These two are in love with killing innocent civilians. They're monsters. Plus,
PDA is gross. I mean, seriously, grow up. No one wants to see that. Bloodshine! Sweetie! You hear? I can smell you, baby! Come on in! Okay, now put Bloodshine's mask on one of the dead bodies by the door. That should be enough to fool them into letting you in. You're already dead. You know that, right? А, мы прошли вон туда. А чё? Нажимаю на кнопку, чё? Не, это наш Они были такие довольны, а ты их убил. Зачем? Кого? Бля, меня убили. Меня подняли вроде. Опять сейчас ебусь. Происходит. Я, короче, гранат накидаю, я не знаю. Кого мы убиваем? Где эта опухоль самая? Хочу посмотреть вообще. Это вот та хрень, которая собака бьет? Роза какая-то. Мама. А, мама кра. Устроенный. А, вон она оба. Где? А чё она сама себя убивает? Ух, она мне с ноги ударила. Ну, я подошел посмотреть, типа она такая хлобысь с ноги. Чё происходит? Чё стреляет? I'm the only one left. Oh. Just so you know, I'm not like my brother. Dude's a psychopath, and he definitely wants me dead. As soon as I realized what my brother was doing, I tried to disappear on Promethea, found a dead Atlas soldier, and stole his gear. Then I got captured by the COV. I gotta disappear for a while. Most people around here would kill me just for my last name. But if you see my brother, put a bullet in that dickbag's head for me. Oh, and Tumorhead stole a family heirloom of mine. I don't want it anymore, so it's all yours, Vault Hunter. No offense, but I hope I never see. Фамилию? Seriously. То есть, короче, опухоль, да? Чтоб я... А, что-то она мне дала оружие какое-то. И вон еще снаряд. Где? Это? Необъятный быстрострел. А, он его выкидывает. Господи. Тут есть пушки, которые выбрасываешь, она встает как турель и стреляет. Прикольно. Это диоровские, по-моему. Я бы такие бы взял, кстати. Че такое? Хрень какая-то. Так, что у тебя тут дальше? Мы же здесь два квеста взяли, да? Теперь у нас только убить киловольта. Снайпа, что ли, поменять? Это что такое снайпа? Протокол 1Y, протокол 1X. Что такое? Ой, я не понял. You
рикошетная херня стреляет. Ну ладно. Я за тобой же бегу, да? Что-то я тебя опять потерял. Это здесь. Да, ты тут рядом, я над тобой. Тут нам наверх надо как-то залезть. А я там был где-то, наверху. Только я был, по-моему, на том здании. Нам на здание нужно или на самый верх? Ну, видимо, на самый верх. На лестнице поднялся, да? Да. Но там она не на самый верх идет, там на здание. Ну лазать надо. Господи, застрял. А, у меня сел этот. Что, я залез. Геймпад был отключен. Ой, сейчас, подожди. Кого? Я забрался. А помнишь, я туда залазил? Еще выше, что ли? Выше надо, да. О, я залез. Залез, да? Ну вот бери ее, я бы ее подбирал. Тут помнить, деньги. А, вот эту хрень. Вот. Я туда с тайником, три штуки подберем и тайник. Я знаю, где тайник, у меня на карте отмечен. Просто тебе, чтобы он открылся, надо все три подобрать. Все, что соображу, так что залазит, я залазу. А, вот, стоп. Куда? А ты можешь не лезть, стреливать. А куда ты едешь? Интересно тоже. Можешь на точку, батарею взять. А, ну, батарею? Я понял. Да. Чувака вроде убил. Надо медальон забрать и забыл. А там еще один. Hey, what the hell is Moxie's crew doing? Get back to the battle royale! Что это хрень? My nana used to say a man hides his weakness under his pride, and that gave me an idea. Just one more battery left. Чё медальон не подобрал? Убил, типа. Какой медальон? Я не вижу, я слепой. Где? Ну ладно. It's not, but I told him it was. Had to get mine somehow. His circuits are a little short, if you catch my drift. Снайперка, кстати, прикольная, которую она дала. Ну вот эта, которую мы спасли, типа. А. Бункер. Нет, она не принята. А. Ну, у тебя, наверное, она уже есть просто. Да я, если она мне и была, то я ее понял. Наверное. Чем мы бежим или отстреливаемся? Ну нам их не обязательно мочить, я так просто. А, я понял. Я просто то, что ставить стреляю. I have no blood, so I'm taking yours. Вон еще, кстати, эта штука. А, типа вверх, которая, блять. Hunting for Iridian crap was dangerous work. So me and Aslan the Vega joined up and agreed to split the loot 50-50. Третья у меня тоже где-то отмечена на карте, я тебя потом отведу, где она. А, ну мы сейчас как раз ту зону идем. Бля, он так прыгал красиво, ты его убил. А, твой жук, когда их убивает, они взрываются, что ли? Да, это он. Это он, да. Ну сюда, что ли? Ну-ка, синяя хрень. Да,
Че, куда бежим-то? А, нам сюда. Так, я как талант прокачаю. Toe-to-toe with Trudy the Toeless of Pandora, whose
needs help! Spotted. Ну да, конечно, у нее какие-то нагревители, но, по крайней мере, у нее тихо сумки. Ты сказал, там слышно зарезать прекрасно? А, я забыл. Что, ты убил киловольта? Макс. Макс. Oh my! We have ourselves a winner! Make your way to my casa and we'll start an electrical fire! Before you go up against Kilovolt, get me those batteries, would you, Sugar? I've got to find a way to use Kilovolt's overcharged personality. Пойдем сразу возьмем вот эту дополнительную. Не понял, куда бежать, короче, что-то тут убил Черику. Я тебе говорил какой-то сразу, скажу, где она. Так, а не отсюда надо было идти, не отсюда. Жесткий.
А, это вот эта хрень, что ли? Да, вот сейчас она у тебя третья, то есть на карте скроется. Сейчас отсюда пойдем, убьем. Ну, убьем этого и пойдем. Prometheus certainly has changed from Typhon de Leon's time, though the arc of history doesn't seem to bend towards civility. Oh well, another day, another weapon cache for the historically inclined. Чувак первый вышел. Не нужны. Просто население. Как к ней пройти, never let him into my bar for the record. He didn't satisfy my craving, so I often drank alone. Hand me those batteries, sugar. In my spare time, I like to make my own toys. This one, it's a modification, something I cooked up in the bedroom. This little device should help us short out Kilovolt's defenses when you hand in my token. I think he'll find it rather shocking. Tell Kilovolt this is a token of my affection, right before you shoot him in the face. And anywhere else you feel he's so deserving, if you catch my drift. Блин, а поднести никак, да? То есть мне нужно тебе пробить. Я заберу. That's the drift. В хрен выстрелить ему, пошла ты. Ты мне уже не нравишься. Так, подожди, подожди, куда идти? Ну, у меня, кстати, пушка, по-моему, которая турелькой стреляет. А ты когда ее, ну, когда перезаряжаешься, выкидываешь, причем больше в ней патронов, когда ты ее выкидываешь, она у тебя не турелька, она у тебя, короче, встает, и потом видит врага и бежит и взрывает. А, взрывается? Она встает, короче, смотри, сейчас она врага увидит, побежит и взорвется. Я бы подошел внимание, если такие. Говоришь, она взрывается, да? Не стреляет. Kilovolt that token.
I'll be missed. Oh, Jenny, Jenny. I had high hopes for her. Lena was quite a looker. Too bad. And finally, if you'll hand over Moxie's token. I am neither man nor woman, but both deserve more respect than you give. I... It's time to fight! Huh?
Алло. Что с тобой? Теперь слышишь? Что с тобой? Слышишь, говорю? Слышу. А, блядь, ну походу микрофон, короче, отключился. Я не знаю, говорю. Сейчас воткнул его опять. Что за хрень? Страшно. Я тебе говорю, потерял тебя, где ты, а ты это, молчишь, думаю, что за фигня, ты меня просто не слышишь. Пойдем. Сейчас, что-то это. А, все, заработал. И чё? А, вот сюда что-то ставить надо, да? О, туалет какой-то. Килокрапер. Чё, посрать туда надо? Нет, он мог. А, она туда будет срать? И все это ради того, чтобы туалет починить? Умные пули. Там охота, охота. Миро. Миша, а чё это за хрень? Еще раз тебя спрошу, ты походу не слышал. Вот это вот. Следящая капсула какая-то. Чё такое? Вот это вот. Где? Ау, блядь. Вот. Видишь? Это хуйня. Следящая капсула называется. Какая? Видишь? Вон, видишь, прилетел. Следящая капсула какая-то. Выпускает. Типа чуваков смотрят, где они есть или что? Она, наверное, если ты во врагов попадаешь, короче, метит. Ты можешь еще, кстати, найти. А, ну, надо в чувак... Чувака, что ли, попасть ей сначала, а потом... А, я понял, походу надо в чувака. Ну-ка, дай мне одного. Вот он. Я никого почти не трогаю, у меня в основном... Вот он. Сука. А, вот, и теперь можно стрелять по нему, да? Да, и будешь там наводящий. А, вот оно как. Я же тебе говорил про такой вид оружия. Я просто не вкурил, как стреляет. Ты не метишь, короче, а потом пули сами летят. Я понял, теперь понял. Сзади, сзади, кто-то... Больно. Ой, там уже нет никого. А, тут какая-то фигня есть, слушай. Да мы сюда и пришли ради охоты. Нужно было этого судью убить и сундук забрать. А, тут кого-то убить нужно было, да, чувак? Мы убили его. А тут зеленое все. Да это не важно. На продажу одинаково. И сейчас я тебе еще метку поставлю. А кого мы убили? Подожди, это тот жирный, который убегал от нас? Да. Ну что, у нас что-то это с ним упало? Какой-то техник. Я ничего не подбирал. Какая-то хрень. Что-то и упало. Хрень, короче, какая-то упала. Куда бежим? Ну вот где я метку поставил, там сундук с сокровищницей. Ты наверху что ли где-то? Я чуть не понял. Не, я спрыгнул вниз. А, вон ты, вижу теперь. Я ж слепой. Не забывай. Ты можешь глаза помыть? Да, поменять. Помыть и поменять. Ты еще это в камуфляже в каком-то такой, знаешь, сливаешься с пейзажем. Да. Не яркая точка. Меня в этот не везешь. Куда? В убежище. Let them hear your rage. Не мочи никого. Надеюсь, это все сделать. Сейчас только сокровищницу заберем и на выход. Надо это,
который на сапфире улетел. Найти его надо? Ну да, он в другой локации. Как нам туда попасть? Там она там в подвале. Нет, наверху показывает. Зелчик из меня пробежал. Что, брезгуешь? Да нет. И я не стою этой говори. Типа я такой дырявый? Ну ты яйцо в анус засунуть, оно выпадет. Куда-то туда надо залезть. Ну тут лестница где-то была, нет? Это не факт, что это то место. А, вот, точно. Я туда залазил вроде. Вот, где-то здесь. А, вот оно. Где? Правда, у меня оно открытое уже. Внизу? Не, вот внутри. А, тут сейф какой-то, слушай, здоровый. Вот. У меня он уже открытый просто. Ого. Это вот сейф, потому что ты три этих собрал. Говорилки. Прикольный звук. Че такое? Щит. О, поглощает пули и превращает супер. Очень урона. Выблести все, которые мешают наносить урон. Ладно, пока так возьмем. А это что такое? Ладно, ты разбирайся, я пойду пока на выход. Ага. Тебя же телепортнет. Не знаю. О. Нет, с выходом, если иду, локации на нет, телепортнет. Очередь, одиночка. А, это пулемет, который с очередями. Еще какая-то точка найти, раб, по-моему. Ты туда но бежишь? Это я выставил, оно не в этой локации. В этой локации мы вроде все уже сделали, тут больше нет задания. Ну, по крайней мере, я больше не брал. Типа пулемет, который стоит из кавитопа? Have fun rotting. Hungry, eh, beast? Блин, ну тут меня это убивает. Я не знаю, Миш, меня тут толпа. Я его сейчас угонил, ты отбивайся. Я его угнал, тебе только сдать его надо. Кого ты угнал? Ну, курьера, вот машину.
летают. Это? Летай ее, пока ее не взорвали. Да, где это колесо? Тоже выгони его нахуй. Козла. Телепортироваться проще. Переход соединяет с другой картой. Где-то под нами. А во, я нашел, спускайся. Вниз? Ну, где я? Завидишь меня? Я твоего этого вижу, что таракан. Патронов нет. Он крутится, когда и бегает. Я... Чё? Вот ёбнутая. Чё? Да я за ковляцкий губ, мы только потянем. Круто! Ready to go? Ну, сюда, да, и всё. Well, Satan's gun! Unless you're looking for trunk space, these babies got it all! Дай сяду. А я здесь тачку угонял. Ну, я тоже. Погоди. Да, там кристаллы. Сейчас тебе их дадут. Правый. Все, был? Да. А, ну а как ты их разбиваешь? Это по сюжету надо пройти. Я поэтому тебе говорю, что надо побыстрее эту Афину пройти. Потом там на Луне в Маливанке недолго. Короче, не научат разбивать. О, это у него такая пушка такая, коррозийная какая-то, надо было взять его, поймать тогда. Наверное, мы его взорвали, у меня тут такой нет. Блять. Да. А это кто? Не такой же? Не знаю, не торопись, дай ему понадобиться. Нет, это не, ну как-то пулемет у него. Оп, вот еще был. Да. Ну, не обязательно слазить. И он еще одна приехал.
Сзади, сзади. А, это вот грузовик, это которого мы искали. Ну что, вы это? Забрать? Его надо уничтожить, да, но если мы его заберем, что? Мы не заберем, ты видишь, я его тут догнать. Чуть валяется. Ну это квест с него. Узник. Нелегальное оружие. Редко. 232. Так, что у тебя тут еще осталось? Как раз мы рядом. Ты не делал всякие квесты, ты только взял. Уходить, да? Ну да, там разговаривай. Я пока, наверное, все на сегодня. Угу. И пока эти допики тут пододелывал, завтра с корабля начнем. Ты закончила? И че? Я выйду. Да ладно, what are you doing up in here? The small robot said it was about your lost staff. Seriously? I put that request up like 7 years ago, back when I had a respectable establishment, not this crap pile you see now. But I am glad you're here. Давай. See, I'm trying to help out all the poor bastards affected by this war, but yo, straight up, we are running short on med supplies. We need hexapryzine, skagoil, melodinax, and hemopax. Track some down for me, will ya?